за меня замуж. Пойду я за тебя, за долговязу. Вот еще придумал. На тебе и платье короткое, и сам ты пешком гуляешь. Скупо живешь. Меня на гнезде с голоду уморишь. И для чего я ему отказала? Совершенно чеховский вальс из фильма «Журавль и цапля», который написал Михаил Мейрович, вальс. А фильм поставил самый знаменитый режиссер мировой анимации. Вы прекрасно знаете, что проводился опрос уже у мировых аниматоров и людей, имеющих отношение к этому виду фильмов. Какие лучшие фильмы были признаны лучшими фильмами всех времен и народов? Первое – «Ежик в тумане», второй – «Сказка сказок». Оба поставил Юрий Борисович Нарштейн.